Хошбахтане 25 лет рабити, ки мо ба Кыргызстан даштим. Иран в начале 2018 года стал одной из главных тем международных новостей. О событиях чрезвычайный полномочный посол Исламской Республики Иран в Бишкеке Али Мадждабой Рузбихани сказал, что важным фактором было то, что происходило вне Ирана, а не то, что было в Иране. В отношении Кыргызстана и Ирана посол на встрече с журналистами сказал, что достигнуто много позитивных результатов. Он сказал, что 4 года назад мы были свидетелями некоторого спада экономического сотрудничества между нашими странами, но в прошлом году было отмечено увеличение взаимодействия в экономической сфере. Посол выразил сожаление, что экономическое сотрудничество не соответствует тому уровню взаимодействия, который наблюдается в социальной и культурной сферах. Так, товарооборот Кыргызстана и Ирана максимум 22-23 миллиона долларов в год. В последнее время некоторые существенные барьеры были устранены. Например, кыргызская сторона упростила порядок выдачи визы для граждан Ирана, вследствие чего увеличилось количество туристов, а также возросла заинтересованность иранских бизнесменов. Так как несколько лет назад абсолютно не существовало банковского сотрудничества, посол сказал: «Мы очень надеемся, что банковское сотрудничество между нашими странами восстановится, и товарооборот, и экономическое сотрудничество увеличится». Потом он добавил: «Все наши планы зависят от того, как легче провести банковские операции. Одним из механизмов может быть создание иранского банка, или, может быть, это будет совместный банк. Если нам это удастся, то как раз можно будет подумать над вопросами создания совместных предприятий и даже совместных фондов». Посол сказал, что иранская сторона поддержит начинания и инициативы, которые повлияют на развитие сотрудничества, и очертил некоторые направления. Другая отрасль, над которой мы работаем, это активизация закупок товаров, произведенных в Кыргызстане. В прошлом году правительство Ирана издало много разрешений для закупок в Кыргызстане. Посол сказал, что Иран поддерживает интеграцию с Евразийским экономическим союзом. «Мы заинтересованы стать участником и партнером всем странам данного союза». А также посол напомнил: «Мы являемся претендентом на полноправное участие в ШОС». Отметив, что инженерно-технические услуги иранских компаний востребованы во многих странах мира, посол сказал, что они заинтересованы в совместных инвестиционных проектах в Кыргызстане. Посол сказал, что Иран готов поддержать проекты Кыргызстана по строительству железной дороги, чтобы предоставить доступ к портам. Кыргызстанцам легко получить визу в Иран. Можно оформить по прибытии в аэропорт. Посол, отметив, что Иран спокойная для поездок страна, сказал: «В свою очередь, у Ирана есть хорошие туристические возможности, в том числе медицинский туризм. Много достопримечательностей, которые могут привлечь туристов. Мы прилагаем все усилия активизировать эту отрасль и восстановить прямые авиарейсы между Ираном и Кыргызстаном». О числе кыргызстанцев, которые работают в Иране, посол сказал, что не владеет информацией об их точном количестве. И в конкуренции с 3 миллионами афганских мигрантов, которые прибрали к рукам рынок труда, нашим соотечественникам будет сложно. Посол перечислил сферы успешного взаимодействия и поделился планами по их развитию. Другой сферой, в которой мы работаем, является налаживание сотрудничества по передаче и поставке медицинского оборудования из Ирана в Кыргызстан и фармацевтики, так как Иран имеет успехи в этой сфере. У нас в планах проведение новых круглых столов по различным тематикам. Мы постоянно приглашаем кыргызских экспертов для участия в различных мероприятиях в Иране. У нас в планах организация поездки женщин-активисток из Кыргызстана в Иран. В планах выделение грантовых мест для студентов из Кыргызстана для продолжения учебы в иранских вузах. Посол сказал, что в сфере науки у Ирана накоплен огромный опыт, которым готовы поделиться с Кыргызстаном. Эта сфера является одним из важных пунктов долгосрочной программе сотрудничества. Посол выразил надежду, что скоро начнется строительство спортивного комплекса в Ошской области. Посольство готовит проведение недели иранского кино в Кыргызстане. На предложение журналиста организовать мастер-классы иранских режиссеров в Бишкеке посол сказал, что рассмотрит такую возможность. Также он отметил, что кроме перевода иранских фильмов на кыргызский и русский языки, сотрудничество в области кинематографии может реализоваться в форме совместного производства кинофильмов.